Военно-информационный канал ДАДУ-79 представляет. Армянская диаспора планирует провести в Москве провокационное мероприятие, связанное с годовщиной оккупации Шуши. Мы обратились в соответствующие государственные структуры в связи с подготовкой провокации армянской диаспорой против Азербайджана. Они каждый год проводят данное мероприятие, но мы постоянно пишем жалобы и пытаемся предпринять меры для пресечения подобных акций. Я по телефону связался и осведомил посольство Азербайджана в Российской Федерации, так как такие акции напрямую затрагивают суверенитет нашей республики. Одновременно обратился в местные компетентные органы власти. Также направил письмо от имени нашей организации ректору МГУ, так как на афише мероприятия студенческая организация «Армян МГУ» указана как организатор. Кроме этого, аббревиатура университета фигурирует на самой афише. Мы надеемся, что руководство университета вмешается и предотвратит данную провокацию. Рассказал Медиаас, председатель Азербайджанской общины Москвы, Шамиль Тагиев, передает Азиас. По его словам, каждый год данное мероприятие пыталась провести сама диаспора. Но мы своевременно вмешивались в процесс, и им приходилось менять название и проводить его в несколько другом ключе и под другими лозунгами. Однако, в этом году вмешалась армянская молодежь студенческого клуба МГУ. При этом сама армянская диаспора уже не отмечает данный праздник, как раньше. Мы постоянно контактируем с посольством Азербайджана в Российской Федерации. Посольство – это дипломатический корпус, думаю, что они принимают определенные меры по своей линии. Но на 9 мая каждый год армянская диаспора выходит со своими сторонниками на улицу Тверская и принимает участие в шествии «Бессмертный полк». В рамках него члены армянской диаспоры активно занимаются разного рода провокациями. 2 года назад они выходили с портретами убитых во время апрельских событий армянских солдат и махали флагами непризнанного государства. К счастью, правоохранительные органы в прошлом году приняли очень серьезные меры для устранения такого рода провокаций и всех предупредили заранее. Поэтому в прошлом году можно сказать, что провокаций почти не было. В этом году тоже надеемся, что правоохранительные органы также серьезно подойдут к этой теме, сказал Тагиев. В свою очередь издание также обратилось в МИД Азербайджанской Республики. В министерстве пообещали в скором времени принять все необходимые меры и связаться с посольством Азербайджанской Республики в Российской Федерации. Напомним, что «Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Если в Азербайджане чтят память только ветеранов Второй мировой войны, то в Армении в этом году решили прибегнуть к провокации, планируя вынести фотографии ветеранов Карабахской и Апрельской войны. При этом провести провокационную акцию они планируют не только в Армении, но и на оккупированных азербайджанских землях. По этому поводу в МИД Азербайджанской Республики и координатором гражданской инициативы «Бессмертный полк» также было направлено обращение.